Да, то, что вы совместно делали, это все было любопытно. И я знаю, что вас спрашивали уже об этом, но я тоже спрошу, почему Виктюк, вы такие, как мне кажется, разные, Разные. очень разные по всему. Дело все в том, что я, мне неловко говорить, я написал, я придумал. Ну, такую пьесочку я написал. Сначала эпиграмму написал, показал ее. Эпиграмму на Виктюка? Нет. Ага. Никите показал эту эпиграмму. Михалкову. Нет. Эпиграмма была про Эдика, уважаемого мной Радзинского, Ага, замечательного, так. талантливого, любимого мной человека. Так. Я был на его лекции о товарище Сталине и придумал. Никите рассказал, он говорит, напиши пьесу. Это вообще, это застряло в башке. Я подписал к этой, значит, эпиграмме. Позвонил Эдику Радзинскому, прочитал ему кусочек этого стихотворения и сказал, как ты относишься к Сталину? Ну, это, как он относится, он написал столько книг. Я его боюсь, сказал он. Я подумал, вот с этого я и начну пьесу. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.